Я вообще удивлен, почему мы здесь, а не Левиафана убиваем. Там квест 5 льда. Куган сказал, разберите. У меня внутри Тартарионы есть. Ты его шарнуть не сможешь толк. А, уже все, да? Да, да. Давай сведем. Что с тобой, псих? Передумал. Ну, он написал нет-нет. Конечно нет, потому что они клифы. Тупой. Ну и чё? Я вижу только уклонение, промах уклонения. По ДК так их и не будет. Блокирование еще. Серьезно? Че там, Олег, у тебя? Че, почистили все, что ли? Да, мы у ребра. Стол. Так и не начавшись, никто не смеет входить в обитель господина. Че, пятый патч? Ты хил. Ну, окей, в сове хилить. Ну, тогда ты ДД. Ну может туда ханта какого-то там или мага, кто по мане будет садиться. Сейчас посмотрим. Кому тотем будут ставить. А мне лучше в пати к Войду туда. А я его бафать буду в групп чате. Зачем ты себя в пати к Войду кинул? Там солянка, типа. Так, рыбы нету. Вот кто-то может поставить рыбу? Есть, я взял. Так бы оставили рыбу, если что. Ты видишь, какая у него какая голова, когда он чекает? Еще раз чекни, Олег. Это что вообще, блядь? Это голубь, что ли? Голубь? Воробушка, блядь, нацепил нахуй. Пусть там кто-то из половины бафает каскет, у меня регов мало. Че, Олег, может тебе МК? Чтоб вообще нормально, блядь, хилилось. Это что, дайте, там может зверь, он зайдет шманом сейчас. И кто лишний тогда? Дрейща фкашит. Извините, пока кикнем его. Так можно это Элисандру кикнуть, которую только взяли. Я дэшкой зайду, в хантом пойду.
Нет, ты будешь воровать мои вещи. Опять паладинов не будет на станции. Мысли, все равно тебя фаера нет, эх, Антон, зайду туда. Не. Так хила не будет. Ты где он хан этим хилом зайдет от шамы? А где он написал? Сейчас он вышел с пулкера, зайдет этим. Шаману. Это Олег, а можно будет на тухлого зайти на шамана? Ну, если ты напишешь РК об этом, то да. Зачем тебе на тухлого, на шамана? А мне надо ступни взять. Ступни. Там ПР, наверное, 200, да? Да нет, у него ПР 200. Ну а чё он говорит? Может, на конта какие-то там? На конта, смотри. Так, у нас 4 мага. О, вот ранга хилит. Опасно. Алло. О, мы в 4 хила идем? В 3 хила. Ты Лем? Я? Трестер Шаман. Ну вот. Да, он так и сказал. Ну, 4 хила так. Кажется, будет жопа сейчас. Кто там не отжимает кнопку? Ты. Кто? Ты. Нет. Я буду у нас нету, да? Где есть. Это у меня так шипит? Да. Сейчас, секунду. Да не, у меня нет, нету прослушки. Айди файр. А так нормально? Вот так вот. Вот так вот. Слышно, как обычно. Дайте каску по охотникам и лапку. Каску бафает Last Chance. Регов нету. Чего нет? Регов нету. Тогда ты ничего не бафаешь. Пусть волшебная бафает. Я просто 10-минутная покидаю. Волшебная бафы, каски, анарды, кресты. Пишите аркана, кого ролите. На какого ты шамана зайдешь, пиши. Ты не? Нет. На, 80 ПР, я понял. Там много? Ждем транга. Ну, скажем так, если он заберется 80, я обижусь немножко. А что такое? Тебе. У него 200 просто. У тебя когда-то взял? Угу. Джерин, ты готов? Не заберется 80, я просто спорю, босс. Охуенный. Знаешь, что я охуенный? Он не заберет шмотку, а этот ебучий шанал. Заберет, если понадобится. Ну, будем вайпаться или падать. Фанташик, сбивайте. Сзади, прихватившую, разговаривай. Встаньте все звезды сейчас, танки, разойдитесь слева, вправо, на весь рейд и звезды с ним. Беги, малышка, беги! Танки, встаньте, бейте, что-то не бейте. Пожалуйста.
Будешь танчить трэш и деды тоже. Так, осколочек надо кому-то? Так, пояс на мейн. Молокосты, вот чем ты ролишь, если ты писал, мы что здесь, потому, знаешь, на... что наделены особенно знания. Да, я тоже про это. Его надо кикнуть с гильдии и дать ГП, а он меня уже заебал. Кири тут? Я Ягр. Давай, надо мне. Это, как там тебя зовут, я не помню, Джерин или как там, в общем, знал. Ты вот скажи, ты пидорас. Ты мне лучше на это ответь, пожалуйста. Не, я вот хочу узнать, допустим. Ну как бы я забрал же, не? Олег. ГЦ. Джерин, ты тут? А тут что надо? Джерин, ответь. Я тебя брал в рейд не для того, чтобы ты агрил чувака, хорошо? Просто помолчи и похил. Если ты не можешь, я зайду два окна похил вместо тебя. Хорошо? Конченый просто. Завязывайте с собой, ребята, зачем вы это делаете? Нет, все нормально, Ишон передал, можешь начислять. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Холокост же хуловый лоб, если что. Нет, не хуловый лоб, если что. Значит, он снял что-то. Достигнет таких высот. Не, я ничего не снимал. Это вообще его второй лоб. У него был лоб еще 2007 года. Но его спиздили, я помню. Забирай себе на Ришама. Сука. Мне даже здесь нет обороны. Тут, судя по дамагу, там лок 6.1, походу. Так, это кость надо брать, нет? Давайте полный дом, 25 гер, все нормально будет, отвечаю. Иди выучить нажалы. Потом выучу. Давайте, два БДК слева танчит, трэш справа протопал. А ты ГП за кинжалик не числил? А мне не нужно. После шкала. Беги, малышка, беги! Анарда, Нейкист. Шеф. На кого? Круто. Да, у нас одна сова, это плохо. Блин, тебе плохо слышно, сейчас надо выключить музыку, наверное. Ставь ему микрофон лучше новой почтой. Не. На Новый год ел филе трески, поэтому, я думаю, он сам способен купить себе микрофон новый. А, и что там, ящик красной игры, ну что говорил, да? Леонардо, отпивай, ману. Ты тут? Тут блин, отпиваем. Холокост, РЛ, Кордоба. Ну, пиши ему. Тих, ты чё, в общаге играешь? Нейкист, раздай кулаки пополам. Кидай СС на
Нет, я играю дома. На нарду. Все, пуляйте. Погоди, мышка улетела. Давай, пожалуйста, подходишь трусы. Суперфаза, драки. Тихий трэш сейчас. Вышел трэш, драки, трэш. Маги, руки, страйки, скинули, пуляйте, пуляйте, пуляйте. Давайте, сейчас будет контроль, контроль людей. Меня уешим по ним. У меня трэш живой. Не снимайте с этого трэша. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Слейте с этого трэша. Смотрите, брать трэш. Плохо сливайте трэш. Вот есть контроль, шлану, Лена, трусы. Сейчас опять будет контроль. Давайте опять контроль пошел. Расконтролили людей. Олег, эти дебилы трэш вообще не сливают. Знаю. Я не Олег. Метки не вешаются. У меня есть. Да, ну надо бы тупым быть, чтобы не понять, что Турика надо контролить, блять, хила не надо. На советы тупые. Мобы, мобы. Слишком далеко. Зримон. Ты не в силах. БДК контроль быстрее. Рогу контроль быстрее. Берите мобу. Леди не бить. В смысле, до трэша 15 секунд. Ага. Вижу. Давайте, раскидали контроль, мага контролем, протопала. Справа... Иди нахуй от меня, псих! Бейте трэш слева, взрывается трэш. Все, давайте, на полный сенсимилию. Войди в центр. Постоянно видеть босса, когда духи появляются. Давайте трэш отдать быстрее. Быстрее трэш ПДК, иди набирай игру на леди. Не в трэш, а на леди. Подбежали. Леди, леди, контролим людей. Охотника. Чумана за контроль. Охотника контролим. Я в контроле. БДК, который не держит леди, подержи трэш. Диспельте фир потом. Им на ману, дай. Диспел, диспел. Кон, на нем агро, да. Таргарин. Все, давай, леди, помеши. Отдухи, вышки, Таргарин, беги, леди, стороне будет трэш. Давайте контролим Лока, Фурика.
Ты чё, заебал? Веди, лей, ключи вышли, духа убежали, веди быстрее. Сейчас трэш будет. Давай, пусть. Зачем КД у Расконтрольте людей, ВДК контроль. Мага и ВДК контроль. И все же, что не верится, кто не упал, кто не ретрит. На все воля господина! Ваша смерть неизбежна. О, на тебя шмот со три посыпался. Сука. Чё, две одинаковые упали, что ли? Бис, голова, ну на да. Танка, на мейн. Пиздец. Где были, блядь, ещё месяца три назад? Оф, спек, надо кому-то этот шлем. Слышь, Олег, а с одного рейда одна шмотка, одна пуха, одна трини даже? И одна печенька? Одна печенька. Так та, подожди, и трини. Трини это шмотка. Не разве? Да. Да хер тебе не талисман. И, блядь, Джерри, он, слышь, давай я тебе обратно отдам, нахуй, блядь, пояс. Нахуй он мне нужен, не лучше Тарик, блядь. Какой пояс? Я его даже не ролил, ты чё, тупой? Так, это мне на мейн, это мне на оф. Кроть всегда считалось, что трени как бы за это. Дельно. Где считалось? Здесь, здесь, блядь, где? Нет, так не считалось. Считалось, просто самогон начал ныть, где? И всё. Нет, кунта. А чё он начал ныть-то? А у него также кто-то забирал. И катушку, там, и талисман. Лок 6.4, да может как лок 6.1. Вот это меня интересует. В цифре девочка меня интересовал. Вот-вот, я тоже. Ну лок действительно плохо играет, ну пофиг. Вообще так, оно и есть, я новых не часто играю. За кого ты часто играешь? Ну за Ретрика ты тоже не часто играешь, так что 6.9 Ретрик. Можешь его выкинуть. Ну я ж тебе сказал, зайди за паладина и покажи, как ты нет дома. Разворачивайтесь, тут бой. Подожди, нет бой. Давай заспорим на персов, если я зайду на паладина, я на анбаф. Ладно, прощай, Джерриум. Зачем вы сагрили? То есть нету никакого боя. Кто его не агрил? Ну, сектор, да, зайди на него. Пойдем, идем, там на четырех людях бой. А, так... Он всегда рандомно остается, хер пойми на кого. На ком. Это люди, которые осквернение разольют. Не, ну, если ты, конечно, подойдешь к трэшу, ну, он сам, если будет... Не, ну и вот никто не агрил. Сука. А что такое, ты там поезд отдаешь? Типа не ролишь? Тогда я там следующий порол, я тоже его ролил. Ну давай я тебе его отдам. Мне просто талик нахуй нужен. Те собычки, блядь. А кто его ролил? Три человека? Холокоста не считается на шамана, три я. Твой ролл не считается? Окей, давай не за 50. А какие нахуй 50, нахуй? В смысле? Ну всего было три ролла, когда его линковали, нет? Четыре, да. По-моему. Волкер еще. И я еще ролил, давай мне. Ты не считаешься.
Меня не рыл чисто из-за того, чтобы он не забрал за 100. Ладно, я запускаю, посижу в пушке, так как я хил. Я не знаю, вот Волкер ролил или нет. Вроде нет. Мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Да не ролил там три человека. Лакрон, взлетаем. Блин, потанчишь там и тут, я дойду на минуту. Нет, нет, он не написал, что отойдет. Я не люблю играться на злое, хоть и не мясо, не? Да, он отойдет. Или сейчас отдавай, или ты не будешь забирать просто Талик. Или Талик не упадет, и я просто с поясом останусь, да? Еврей, блядь. Я знаю, что не упадет. Да я буду орать, если он упадет все-таки, это ну, прям прикольно будет. Кнопку на запись главное. Сейчас ты умрешь. Разряжайте пушки. У меня ж не только Талик, сейчас шея упадет и все, ты будешь из пояса. Я талисман заберу, да? Ну там не ты, кто-то заберет. Да нет, да просто это хуйня какая-то, должна же, блядь, 1-3 не быть, потом. Ну тогда так и не послушай. Ну в адептах так было, 3 не считалось как шмоткой. Тут, ну, тут не адепт. Да я понял. Были такие правила в адептах? Да. Лол. Забирал по 5 вещей зры. Ты просто единоличный уёбок. Псих. Купил паладина? За сколько? 700 как голды. Давай. А тебя нету столько. Тебе за 800 как бы убить. Ладно, накопи еще немножко. Сейчас раз. Поднакопи, я тебе как раз отдам. 800 как голды он твой. Там до Волонира 4 осколка или 5. Фуловый прот, фуловый ретрик. А 7, а 8, 2 спека. Пятый. Че, чего фарманем, да? Не более 2 раз. Засал, да? Эх, блядь. Ясен хуй. Пыснул немного, сыкнул. Ты блинканулся? Ну да. Ну что ты не блинканулся? Иди нахуй, значит, ты просто слепой уё. Ты нажал, но тебя не портануло, не? Да нет, портануло. Короче, на X5 перелетел вар. И вот видишь, сзади трэш стоит. Вот в конце там другого корабля. И пошел еще туда бить трэш. Ничего не дали. Так мы ее не сделали, это надо, чтобы хотя бы один человек, ну каждый. Один раз тебя выпил. Пошли на это, блядь. Не более 2 раз. После сурка пошли на это, блядь, ветрокрылые ебаные. Ага. Да заебали. На багровые хотя бы, давай тогда. Так, уже. Ну, сурка запустили. Ку-ку. Ку-ку.
наручи на ретрика, АДК, на мейн, кому-то надо. Нифига себе. А, я на холипал роли, если что там напишу сейчас. Столько лет я еще не ролил эти наручи. За раз. Давай посмотрим по я здесь, чтобы забрать его тело. Даже наручи охренели, мне кажется. Стоп, подожди, Таргариан. А, нов забирал шлем. Куда тут 40 ГП? Значит, Таргариан выиграл. Мы назвали его Дранош. Так, секира, никому не нужно, да? Дренора. Секира, я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она... Дайте каску. Кто каски бафает? Наверное, протопал, да? Волшебный бафает каску. Дайте по всем каску, пожалуйста. Друиды в приоритете. Спасибо. Смотрите-ка я на шапку теперь. Жалкий старик. Ну что ж, герои. Чекни, чтоб мы все заценили. Чужой. Так, сейчас будет начало боя. Раз, два, три. Во имя короля меча. Давай, рост. В принципе, я понял, что это классно. Растишь? И бегать, да? Да, я поставлю еще Таргариан, вызови войско. Знаешь, это сам делал, да? Сейчас? Я не знаю. Давай, Сакру. Да, зачем? Ну, потому что трэш мышел именно поседает. Он теперь дал. Спасибо. 5 метров. 6 метров. Ситуация огромная. Будет еще трэш? Нет, не было. Нет. Да. Будет какой-то валян. Спас просто. Сколько ты нахилил? О, там воля упала. Сука. ГЦ Виталик. Тебе надо воля? Нет. Классно. Мог зайти на этого буса. Мы воля хороним на тебя, мейн. Как подобает. В Награнде, рядом с матерью. Так, Таргариан уже получал вещь. Он убрал самую нужную наручу. Там все равно варенька выше. Там варенька все равно выше него. Баюр выше всех. От Войда ускользает воля. Сейчас, стойте тут. Виталик, стой. Че? Приведу нахер, что? Я не буду агрить. Покоритель, рога, маг, ДК, друид.
Гарин выше всех. Ну там тра летит. А какой ДПС рейда то хотя бы, блядь? 250. 250? 350. Рейдс рейда. Идем на... Ты какой-то пиздёшь, нахуй. Да ты что, нахуй? И чё по крылам не крыло, а? Крыли. Не-не, пошли, блядь, на ледопил, заебал. Пойдем на кровь. Ты не хочешь дотанчить трэш? Нет. Ну ладно, давайте. Ну, в центре. Нет? Там будет даун, видишь, сагрил уже валю. Придурок. Блядь, что вы делаете, нахуй? Блядь, дрочитесь? Да он вчера посмотрел, как котов надо бегать по целу такой. Ты видюшка, да? Почувствовал, блядь, да. Бейте, Валю. А, заебись, я ненавижу рок. Нахуй вы берете этих рок вообще? Пускай они стоят, блядь, из сурка, блядь. Стан на 30 секунд охуенно. Родина, нажьте яды на минус отхил. Диспельте. Стан от бога, да? 30 секунд, блядь, что это такое вообще? Давайте бейте 600 Т, умоляю, диспельте только. Жесть. Шета, отведем Вальку все-таки? Смысл? Ну отводите Вальку, блядь, от этого трэшина. А, она не перестанет хилиться? Да. Дайте консульта, чтобы и танк шатлил. Играйте Вальку, блядь. Ай, пизда. А в чем прикол, блядь, был идти агре вторую вальку, когда еще, блядь, предыдущий трэш не добили? Спроси у Войда. Ай, блядь, без комментариев, нахуй. Пока гир пойдет кто? Да, давай. Блядь, тут еще трэш от прошлой вальки остался. Ну чё, через сурка придется идти, блядь. Блин, у меня КД, что ли? Наш на ППГ? Да, посмотри. Да. Вот сейчас нет вроде. Бегай, сейчас нету. Стойте только, когда протянетесь, не шевелитесь, ГЦ. Кто волю в итоге забрал, мне? Ваня. Амай. Просто помогите мне. Идите не через портал, а пешочком от сурка. Да портуйтесь. Что привело тебя сюда? Но мы его бьем уже. Да, ну тогда ладно. Ты скажешь, если ПП пропнет?
Нет. Как нам быть? Я не знаю, мне нужно 9 триумфа любой ценой. Нам нужно еще танк нам. Пойдем в центр все. Убьем оба. Шпекнуться? У тебя есть там танк? Конечно, фуловый. Ну можешь. Пошли на чуму, короче. Ну, Вальку надо убить еще. Идите все в центр. Справа. Зачем так вот такому отбить Вальку? Что, ты спрятался? Так. Угу. Перелегай, Антон. Я прострелил капли, какой. О, да нахер тут? Все, пошли на чему, там самый сложный босс у нас. Быстрее убьем. Будет быстрее. Лучше будет. Хотя, кстати, чем быстрее убьем, тем лучше. Миники, смотрите под эти, там две лужи спавнятся под боссом сложного скида. Лучше спикнется опыт. А, да, спикнется у нас это лема нету. Вроде же, а, нет, есть лем. Она может спикаться. Да, я думаю, кого мы рейндж поставить. Так, 2 ШП, сова, лидом 4, вахмута 6. Лок 4 мага. Согрел кто маленького магнуса. Тихо, куда ты идешь там? Собаку огри. И ловушку. Что, не банат? О, Коля, помоги! Умираю. Да, он.
Я знал, что это, блядь, не будет венчаться успехом, но... Ну, я думал, нормально будет. Треснет кто-нибудь? У меня нету маны. Пусть там кто-нибудь заберет из вара. До свидания. А захилишь? Нет. Отложение. Мог бабу выйти, что-то ты ждал. А мне когда? Крылья юзал. Бля, вот куда сразу вторую? Дай ману, сука, отпить. Она и так ко мне ходит. Прием. То есть там еще ловушка же одна. Поднимите, пожалуйста. Запускай, Хавкер, иди запускай ловушку. Спасибо тебе. Не знаю, зовут я, пожалуйста, собак. Повы была. Инвент залутай, пожалуйста, собаку. Я залутал собаку уже. Он голодный. Бля, реснить хотя бы, ёбаный в рот. У всех книга упала. Надо, чтобы все ее взяли. Но этого, наверное, не будет. Я понял. Мне кажется, скоро я лима туалет. Спасибо за рейд. Я отойду на минуту. Давай, давайте подумаем, кто на рейдже у нас будет. Так, Волкер, Дюдюдипка, Колокоста, Ганчер, Клёна. Это 5. 2 Ханта 7, я 8 и Протопал 9. Если я умираю, или кто-то другой умирает, сектор газа, выходишь на рейдж. Дальше по никому буду говорить. Сектор газа, ты понял? Услышал? Хорошо. Спасибо. Дима, ты лег просрал. Так. Дил, вас ты тут? Джерин, я тебя размотил, ты контроль, ребят. Чё ты там? Поставлю контейнер свою природу, ставь. Да. А, ты мог написать в ПМ? Слишком маленький ГС. От сил природы поставить? Я поставлю. Поставишь? Волшебный ты тут, у меня есть стат. Волшебный... Я просто не понял, мне ставить от сил природы? Нет, я поставлю. Я поставлю на силу природы. Волшебная бафа и каски, пожалуйста. Ждем психа и начнем. Я его курса от него, видите, в заметке написано «Психопат». Слышь, Виталь.
После чумного отдам пояс. Нахрена мне нужен твой пояс, а вдруг багруха упадет? Да заебал мне Талик вообще душит, блять. Все, все готовы. Пум. Я пишу там пум. Пум. Пер. Что ты сказал? Пулпер. Сектор газа, обновим-ка. После чумного. А чё после чумного? Ты его потестишь сейчас, понял? А смысл мне от него? У меня нет грудака бисового. Так отдай ты этому Эрелу, и пусть он на него лежит. И себя ГП снимут. Смотрите под лужи. Анарда, давай бабу прижимай. Золотый. Давайте, голову встаем, выходим на рейндж. Тут уже тапки раздвигаем. Не сбрасываю. Александр, на два под боссом стоят, как я говорил на рейндж. О, походу ты должен прожать бабу. Слышишь? Ты должен прожать бабу. КД. Кресты нам подходить. Какой-то ретрик нам бафи так сказал. Нет. Давайте, смотрите, опять лужи обновились. Два креста, сова. Захилите сову, бьет луж. Данчик тоже бьет. Или под ножом по бокам. Отлично, лужи. Дайте мне фридом, а то я свой скилл на лок. Блин, ману, ману, бейте на лок. На рейндж надо одному. Вот ты понимай, клену. Сектор газа давай на рейндж. Дистанцию сбивай. Клену вставай. На рейндж. Сектор газа там босс. Экстрим давай глыбу. Молодец. Опять лужа под Холокост и под Аюром и Дигай. Пол фридом по кост. Насрать лог, давай сидем. Александра, давай глыбу. Сейчас взрыв должен быть. Взрыв. Так, сейчас будет взрыв. Разбегайтесь, давайте к стене все. Прожимай сакру в центр, все вышли на дистанцию. Дистанцию набрали. Конечно, расходитесь. Ну все, милики, подпосы, бейте боссы, этот рейндж, таких главное заложено, дистанцию нужно. Так, дров, давай, глыбу. Да, смысл 1%. Сейчас умрешь. Много. Ужасные новости, да? Народ. Гниломорт сдох. О, мне сегодня везет на шлем. Да. Отличные новости. Он оставил море слизи. Сет, по-моему, собрал, не? По ней в круизы. Ого. Полезный. Никому не надо. Кольцо на неодетого шамана. Кольцо. Морден, тебе надо латы? Да, конечно. Вот, теперь у меня есть метка с кольцом. Буду сбивать как стрелечу. Че, давать пояс? Поставить да. Шкаф. Ща. Блядь, где он? Сука. На. ГП снимите с меня там. Ганчер, пожалуйста, поставь шкаф. С манем шанан.
Шинан, ты суманулся? Так сумона не было. Ну ты у тебя КД, Шинан. Так он же был на анбафе вроде, не? А, блядь! О. Сейчас зайду в ВК. О! Забирай свой поиск. Как быстро ходить? Почему я не могу быстро ходить? Дроп нажми. О. Почему ты мне 5 ГП начислил? Это что? Блин, я думал, никто не заметит. Сам же испалился. Не, я заметил, но я решил промолчать такой, ну ладно. Я хотел узнать, кто будет первым человеком, что это скажет. Я. И не 583, а 292. В смысле, мне тоже надо было. Ты не ролил его тогда. Вот, смотри. Так, ладно, я не у тебя ДП. Сука, да я сейчас ботинки упаду. Ладно, Христос. Хоть подольше с собой поиграю. На пост-то будьте добры написать, какого вы ЕП получаете, потому что у вас нету двойного машинания. Или есть. Не, ну тапки я, наверное, все-таки заберу. Не, давай на локал. Дали в ГЦ, теперь у тебя 800 ГП. Волкер, ты здесь, ты жилище? Угу. С одной шмотки, блядь. Дороговато. Ладно, пойдем без него пока. Али бы понасрать. Я поставлю этот тем на силу. Ты два раза накинул ГП. Кто не отнял? Но если Холокостом от Холокоста получает, то тогда ему поезд 50 час уйдет. Вот шипы салат слева, встаньте подальше. Если он на Шанана не ролит, получается, то ему сейчас поезд 50. Коля, пельмень. Ты лагаешь, как я прыгаю? Вот это волса. Чё? Ты лагаешь, как я прыгаю, а где-то волосы с сахаром на кофе. Давай, мне пофиг. Так, я прыгаю. Я буду вчера биться, поставить за мной, после вам всего прибавлюсь. А, держите, он не знает. Найки, сдавай красную каплю. ГЦ. Да, наверное.
найти вот их на панели. Могу за хулипала там пробухать. Ну, она там рядом вряд ли может спекнуться, надеюсь. О, штаны. Пожалуйста, ресните. Да. Да я могу разрулить. Все равно, что надо два танка. Молодец, что оставил... Да там, если ДПС будет много, то можно его дома. О, нормально. Пятнарик дал, бля. Так что, поезд сейчас не переходит, то, что с этого упало, с первого босса? Да нет, блядь, сильно хитро выебали вы все тут, блядь. Так, ну штаны никому не надо, да? На мейн. Прист, лок, на мейн. Аркан. ПВП магу хорошо, штанички идут. Ну если на аркану ролишь, на мейн буду. Хорошо, на офспек ролим. Давай за 10%, блядь, заберу. Нет. Да вы охуе. ПВП штаны. Да, мы не успеем, да говно эти штаны в ПВП. Нормальные они. Так, секунду. Так, наручи. Ой. Лучше, чем плечи. Списывай на ретрика, на АДК. Я понял, никому не надо. Ладно. Так, морды волшебные. Эти штаны дадут больше, чем... Если у тебя ключей нету восьмых, то они нахуй не нужны. Но они будут. Йо, привет, ребят. Морден выиграл. Держи. Привет, ребят. Привет. Ты кто? Я Мишаня, веселый парень. Прощай. Бля, да только не кикайте его, заебали. Я хороший. Выкинуть из группы? Не надо, слышь, псих. Выкинуть из группы. Да, 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 да. О, его кто-то кикнул, ну молодцы. Написано Стив ведущий кикнул. Пидор ведущий. Он не скинди, зачем он тут нужен? Виталик, там ПП. Где? Я только что принял. Чем Фурику эти перчатки? Не знаю. Хастовар собирает. Хастовар все равно не носит эти перчатки, он носит. Да я не знаю. Че, на всех бой повис? Да. И там где-то один жучок. Надо искать его. Не, Виталик, они не тут. Бля, слышь, ты сагри его, он выйдет, ебаный урод. Анарда вниз спускайся. Таунт по Анарду прожми, и он должен выйти. Ща, кто ты такой? Блять, да вот. Иди, иди дальше. Все, походу. Ей, все, все. GG. Почему Олег один там сидит? Ну ладно. Он, Виталик, я когда переселся, он просто так сам с собой разговаривал. Зачем? Он не знал, что мы все тут. Я рассказал тактику, чек на пол. Где? Кукли будешь? Ладно, я буду в кукле. Синси Миля, ты знаешь, как танчить, да? Подводишь проф по зеленому слизню, милики становятся в зеленого слизня, РДД. В РДД-зоне, там где звездочка, желательно компактно, чтобы сбегаться к зеленому, ну и все. Остальное по ходу дела буду говорить. Что сразу переводим? Чего вы не поняли? Это, кому СС дать? СС на Анарту давай. Топаем ДПС. У меня нет процентаж, извините, не смогу сказать.
92%. 90%. А да стоп. Ждем зеленого слизня, милики под зеленого слизня. Да 85%. 84. 84%. Стоп, я попробую. Так круто, да. Давай быстрее сделаем. Сбежали зеленый. Так, пошла фаза, все к столу. Зеленый, красный, все к столу. Сначала замедляю красного. Да, у меня нет дыхания, короче, не важно. Посмотрите сами на этот цвет. Попробую сейчас красным еще раз замедлить. Сбежать, сбегайтесь к зеленому мосту. Не блинкайся. Блудивка, давай гимн отхил. Смена цели к зеленому. Опять сбегайтесь. Залейте срочно, срочно, ман. Давайте смотрим. Пельмени, полбы там. Пельмени, пацаны. Иди права куда-нибудь. Ебать, они бегают тут, слизни. С красным будет пик. Так, красный. На, нахуй. Ну, Салем умер. Ничего страшного, едет красный. Почему ты так мало хп? 127 хп, пиздец. Надо похилить ее просто. Хочешь возражение? А. На. 50% ты должен подхилить. Пельмени, внимательно. Пельмени, голову сейчас будут раскидывать зеленые. И а это, если встану, отхилите? Да, слова. Насрать. Сколько там процентов игроков? Ну сейчас 49. После красного переведем. Так, смотрим внимательно толпу. Мне даже фрейма не читает, я не могу выделять себе закончик. Да, нормально, не бейте пробку, алло, не бейте, переведете. Эй, спасибо, что слышишь. Возьми зеленку, она аж, по-моему, не бьет. Ну-ка, завязай. Проверим. Да так. Это... Давайте все к столу. Будет только два замедления. Дайте инер. Прочно. Все, да давайте рост. Зеленый сейчас приблизится. Цели. Откидывает, смотрим. Избегайте сразу. На мне. Звезду сбежали зеленые. Там красный рядом. Смена цели красного. Смена цели красного. Отбегай. 100к добейте. А, беги, беги. Давайте зеленого добивайте. Вообще чё. Все, осталось убить кто-то. Пельмени смотрим. Пациентов не падает. Опа, 8. Отходите, милики. Вот пока не может двигаться, отходите. Дилус, это у тебя немножко. Музыкальном режиме просто. Музыкальным. У меня сейчас музыка что ли играет? Ну, да я не знаю, я с телефона сижу, поэтому. Может и у меня. Так,
Походите в колбу, посмотрите за кубами. Почему у нас только Элен вполне прикольно, да? Слушай, как доба в кубле был. Убирай поле, 400. Давай сам. Так иди она. Сказал бы просто, что дал бы ее. Некогда. Так, ну, колба не помню. Так, колба. Колба на мейн. Бисовая вещь на ретик. Смотрим ПР. А кто там, кстати, взял этот пояс? Уклёны, он у совы. Уклёны. А, уклёна. 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 Лестники, блядь. Так, Леонардо почему-то выше. Выше ПР. В смысле, дай пояс. Ты его не выиграл. Что значит не снимут ГП? Зачем ты мне в ПМ еще пишешь? Нет. Блин, что ты полил? Мурка его потом. По ПР в жопе, как ты можешь его выиграть? Не знаю. Завоеватель. Такие жадные евреи, сука, как вы заебали меня, а? Кидай в ЧС их. Дай мне пояс, Виталик. Я его сейчас продам, нахуй, на камеру. Я куплю, давай, за 100 голд. ББ. Продам пояс за 100 голды, блядь. Надо кому? Слишком далеко. Хуя, всего перса за 700 продают, ну пояс, блядь. Не, ну а ты чё, блядь, за 100 голды не продал бы этот сраный пояс, нахуй? И я, блядь, не знаю, я бы даже не задумывался, нахуй, продал бы. 100 голд, пояс. Но. 100 голды я трачу в месяц, блядь. Ты представляешь, кольцо от кораблей, сколько голды предлагал, короче, не продал, чувак. Ебать. Ну, с Герой я имею в виду. Ну, понятное дело, блядь, что это с обычки. А зачем вам эти 100 голды нужны? Не, ну все-таки голда, столько, ты че, блядь? Ты чё? Я продал писа своего, на котором было 100. Бля, я не знаю, я бы за столько голды психа снял бы, блядь. Нормально. Я бы тоже сам себе столько снял бы. Ну, столько как голды, это 200 рублей.